И сегодня Соединенные Штаты призвали Россию к немедленному соблюдению режима прекращения огня в Украине. Новость об этом передает агентство France Press со ссылкой на заявление Госдепартамента. В США пристально следят за ситуацией на востоке Украины и разочарованы тем, что боевики до сих пор используют запрещенное тяжелое вооружение, а также препятствуют наблюдателям из миссии ОБСЕ.